9 мая в Родниках в парке развлечений случилось страшное происшествие. 11-летняя девочка выпала из кресла с карусели «Вихрь». С травмами ее доставили в областную больницу. Кто виноват в случившемся и как проверяют ивановские аттракционы? Известно, что во время движения карусели пострадавшая потеряла сознание. Не удержавшись, упала прямо на асфальт. По предварительной информации, девочка получила перелом челюсти и сотрясение. Медики характеризуют ее состояние как средней степени тяжести. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В настоящее время следователями производятся допросы свидетели происшествия, производится изъятие необходимой документации, назначена экспертиза по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается. «Вихрь» – довольно популярный аттракцион, есть в нескольких ивановских парках. По регламенту кресла должны быть оборудованы цепью, которая удерживает ребенка. Печальная практика показывает, что этих мер безопасности недостаточно. Прокуратура рекомендует родителям быть внимательнее при выборе места для отдыха с детьми. Если граждане полагают, что площадки игровые опасны для их детей или для них самих, они вправе обратиться в управляющую компанию, в администрацию муниципального образования, либо в администрацию парков, чтобы были проверены, исследованы вопросы безопасности данных конструкций. По закону, все парки аттракционов перед открытием сезона должна проверять аккредитованная комиссия. Директор парка Степанова заверил, что местные карусели проверили на соответствие нормам безопасности еще в апреле. На вопрос, приезжала ли такая комиссия в Родники и кто виноват в происшествии, ответит следствие. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.